Толкование, значение, сна хозяйка. К чему снится хозяйка по Сонику Цветкова? Если вам снится сон, в котором вы являетесь хозяйкой чего-либо, то такая картинка свидетельствует о том, что не стоит распространяться о своих планах и мечтах перед незнакомыми людьми. Дело в том, что среди них обязательно найдутся завистники, желающие испортить удачу, пойманную вами. Некоторая осмотрительность при разговорах не помешает. Да и лучше рассказывать об уже совершенном успехе, чем о том, что всего лишь находится в планах. Хвастовство ни к чему хорошему не приведет. Во сне у вас есть хозяйка, которая руководит всеми процессами и делами. Такой сон принесете в реальной жизни чрезмерные хлопоты и излишние переживания относительно текущих дел. Все будет получаться в натяг и иметь неопределенные последствия. И стоит приложить несколько больше усилий, чем обычно, для того, чтобы запланированные дела начали получаться. Ваша собранность на этом этапе впоследствии поможет вам достичь великолепного результата и значительно улучшить свое материальное положение. Приснилась хозяйка по Сонику Фрейда. Увидеть во сне хозяйку – к грядущим переменам, касающимся жилищного вопроса. Если вы затеяли переезд или покупку своего жилья, то сейчас самый благоприятный период. Вы не только сможете совершить выгодную сделку, но и после не пожалеть о проделанной работе. Также хозяйка со сне может стать символом проницательности и чрезмерно развитой интуиции. Не исключено, что вы и сами замечали, как часто предугадываете события различного плана. И именно такой сон призывает всегда обращать внимание на свое шестое чувство. Очень часто он ведет вас в нужном направлении и подсказывает правильные шаги к действию. Сон про хозяйку по Сонику мисс Хасси. Отдавать деньги хозяйке дома, говорит о неверности одной из партнеров. Похождения могут быть вызваны как желанием почувствовать новые эмоции с вашей стороны, так и нехваткой чего-либо в отношениях у вашей второй половинки. Так или иначе, не стоит сразу бросаться в выяснение отношений. Постарайтесь проанализировать ситуацию и дать объективную оценку всему происходящему. В первую очередь честно ответьте на вопрос, какие отношения у вас с любимым человеком на данном этапе. И что вы делаете для того, чтобы они стали лучше. Не исключено, что сновидение является всего лишь предупреждающим знаком грядущей катастрофы. И сейчас вы имеете шанс спасти отношения и вывести взаимопонимание на новый уровень. Проявите терпимость и заботу о партнере и попросите его говорить о том, что ему хотелось бы исправить в семье. Так будет намного проще понять друг друга. Снится хозяйка по Сонику Миллера. Ссорится с хозяйкой во сне к веселому застолью или интересному событию. Сновидение указывает на то, что вас ждет необычное мероприятие, на котором вы сможете отдохнуть и душой, и телом, и не думать ни о чем гнетущем. Что ж, вы безусловно заслужили приятного отдыха в хорошей компании. И имеете полное право расслабиться. После вам предстоит решать ряд рутинных задач, на которые потребуется много сил и терпения. Именно поэтому отдых сейчас крайне необходим. Эзотерический сонник, снится хозяйка. Быть хозяйкой дома, проводящей уборку во сне, свидетельствует о желании добиться перемен в собственной жизни. Вы несколько запутались в проблемах и рутине, что не в силах больше решать текущие вопросы. Желание перемен также обусловлено стремлением кардинально поменять одну из сфер жизни. И вам это удастся в ближайшее время. Вероятнее всего, перемены будут касаться финансовой сферы и улучшения денежного потока. Поэтому будьте осмотрительнее и постарайтесь не упустить свой шанс. А он обязательно придет к вам в виде выгодного предложения или рискованной на первый взгляд смены работы. Не стоит бояться. Если вы действительно хотите чего-то добиться в своей жизни, то стоит начать с малого. Любой шаг в сторону новых достижений сможет привести вас к неминуемой победе. Если в одиночку совершать перемены страшно, то заручитесь поддержкой близких или любимого человека. А еще эффективнее будет найти единомышленников, которые смогут не только поддержать вас в новых стремлениях, но и выдвинуть ряд интересных идей, которые вы сможете использовать в будущем. Тем более любую победу приятнее всего одерживать совместными усилиями. И с сильной поддержкой за спиной. Сновидение про хозяйку также трактуется астрологами как знак будущего. Вы имеете возможность управлять своей судьбой и не плыть больше по течению. В
Все те обстоятельства, что происходили ранее, больше не имеют смысла, и сейчас начинается новый этап. Не упустите возможность вырасти над собой вчерашним. Для достижения своих целей правильнее всего будет записать желаемый результат в блокнот и сверяться с направлением своих действий. Не бойтесь того, что в какой-то момент вам может показаться все абсолютно недостижимым. Любая победа требует приложенных усилий и активных действий.